Алло. Ну что ты, Джон, встал там уже? Джон, ну что можно ответить по поводу амнистии крупных политических деятелей? А, ты имеешь в виду этих проституток? А, ну да, ну как же, они теперь вышли, они теперь ведут видную общественную деятельность. Ну, а Ходорковский, ты же сам видел, какой пришибленный ходил, елки зеленые. Нет, ну он-то, что он там имел в виду-то, понятно, но они все выпущены теперь на свободу. Пусть и Рай, ты имеешь в виду, и Ходорковский. Теперь они весело себя чувствуют, на один на Западе, эти будут сейчас тоже, кстати, слиняют на Запад, елки-палки, эти две девочки уже, да. Нет, ну, а когда их сажали, не знаю, а теперь выпустили, то уже, видишь, все равно, как, а что еще, какой там вопрос еще? Не, ну какие это с Западом, Джон, ну какие дальше? Дальше с Западом отношения, судя по экономическому кризису, улучшаться вряд ли будут, потому что Западу нужен образ, там это самое, империя зла, опять Россия теперь будет империей зла, видимо, назначена на Западе, что ж там еще? Джон, ну о какой политической активности граждан ты можешь говорить, когда у нас даже Народный фронт... Не, ну Путин сказал, это, конечно, хорошо, это вектор направленности, правильно? А на местах кто его будет выполнять? Если у нас Народный фронт даже кем назначен, ты же знаешь, елки зеленые, вообще личности ни о чем. А так что куда это приведет, я даже не знаю. Тем более нельзя, Джон, заставить, а это самое... граждан стать активными, если им просто неинтересно. С ними же надо работать все равно. Ну, значит, такие уже общественные советы в Краснодаре уже созданы, видимо, в виде нас. Еще есть там? А что, еще что-то? Угу. Национализм – это провалы в образовании и культуре. А насчет востребованного популизма, ну, всегда, когда кому-то это выгодно, вспоминают всякие национальности. Ну, это понятно, елки зеленые. С этим понятно, но только с национализмом в России никак не выкатит. Что там? Ну-ка, еще что-то. Ну а что? Понятно, понятно. Ну ладно, когда ты будешь? Хорошо, ну хорошо, договорились, ага.